Алло, прием, да-да. Ага, хорошо, хорошо. Вы что-то замолчали все так резко. А насколько живые нужны? Ну, так. Просто так, чтобы... Вот так вот можно, в принципе. Да, процентов 25 пойдет. Вполне себе пойдет. Е-е-е. Как играть-то, я уже забыл. Иди-то. Я жив. Так, а это нормальная сенсета? Чуть мне кажется... Блин, как мне неудобно сегодня сидеть-то, иди-то, алё. Так, что-то у нас оружие хуево гора. Мы откуда-то тут пришли. Я уже не помню. Ну серьезно, неделю назад последний раз играли. Внезапная тишина. О, Ромошек! Не сиди, ложись, я бы с удовольствием лег. Ромошка выжидала. Сердечко тебе. Выжидала, когда праздник кончится, чтобы написать. Чтобы не приставали с 8 марта. Сто пудов так и было. Здравствуй. Эй, господин! Не будет пары монет. Да? На супчик. Стерегайтесь волков, добрый человек. Добрый человек. Не понимаю. Слышите, как зубы своими щелкают зубами. Волки нас сожрут, если ничего не делать. Надо приготовиться. Надо убить как можно больше нации. Какой у тебя охуительный цветочек, прям мне нравится. У него такой цветочек. Так, а мне куда? Мне туда-сюда. Ну, карта. Или что это? Карта города. Окей. Ну, таверна. Сюда там мне и надо. С 9 марта, кстати, да. Отличная идея. Поздравлять с 9 марта. Нарцисс тонет в свете луны. Я отведу вас к Геру Кеслеру. Как тебя зовут? Анетта. А вас? Уильям Джейс Бласкович. Вас так зовут? Люди. Те звал меня Билли Бой. Билли Бой? Билли Бой. Билли Бой. Странное имя для взрослого. Некоторые зовут меня просто Биджей. Ну, мне это больше нравится. Похоже на Биджей. Спасибо. Наверное. Биджей. Биджей, поставь мой компакт-диск. Гер Кеслер там. Да, мы вперед. Господин Биджей Гер Кеслер, он знает пароль. А чё так просел ФПС? Что происходит? Ты чё мне тут? Не дури. Уильям Джей Бласкович, армия США. Да-да, я знаю ваш голос, узнаю. Где ваш друг? В Лоне. Абрамой, чё, мёртв? Это чё, солист Дэдпуля, что ли? Гер Кеслер, солист Дэдпуля. Анетта, проверь окна, потом спускаемся и прячемся вниз. Да, Гер Кеслер? Чё там? Осень в небе? Жгут корабли! Давай, осень, не подпевай. Небо прочь от земли.
Там где море тонет. Печ... Давай, ну, подпевай. Это нихуя не хочет. Дети, твою мать, она сдохла? Нужно отнести ее вниз. Так неси. Откройте люк. Скорее. Еще, подожди. Что-то тут слишком много всего разбросано. Сейчас, походу... Да-да, Бласкович, Бласкович, да-да-да-да-да. Так, хилт пока не трогаю. Ну ладно, пригодится еще. Да что ты там? I need you, I need you. I will eat you. Давай. Забить нацистскими свиньями, агент Бласкович. Убейте их всех. Ну, вот это по мне. Они в пивной. Ломайте дверь. Запри замок. Не открывай, пока я не разрешу. Опа, блядь. Здорово. А зачем я буду высовываться? Я могу просто здесь сидеть. Вход-то один. Ха-ха! Вход-то один, пацаны. Давайте, заходите. Да-да-да-да-да. Лашпошишь, гашишь, там все такое. Давай. Зачем мне два автомата? Давай один. Ебат летел там, чувак. Да сколько ж у вас тут этих нацистов-то ваш? Кто там бежит? Ай. Ага. Ах ты, блядь. Так, ясно, понятно. Это кто это там такой охуевший? Блять, патроны кончились. Давай, давай, заходи. Эта тактика слишком сурова. Все. Время пора открывать пивоварню новую, блять, по-моему. Не подвал. Так,
Че по автомату? Ага. Окей. Нормально, нормально, нормально. Еще. А что есть? Что-нибудь лута. Во-во-во-во, нормально, затарились. Хорошо. Хилочку, хуилочку. Еще что-то. Это берется? Берет. 213 хп, нихера себе. Как бы я это сейчас все, блядь, не всрал. Улучшение здоровья. Ладно, все нацисты мертвы, можно... Американец! Неважно. Блять, курить, ты еще нахуй кто? Убил собаку? Это что ли, блядь, пришел? Егер, блядь, или как его там? Да-да-да-да, Майгубин Либен. Блять, серьезно? Ты дурак, блять. По одному, блять, он срывает ему. Куда, блять? Ты серьезно? Слышь, давай там не ори. Егер, блядь. Не. На тебе говно, блядь. Ой, блядь, блядь, ёб твою мать. Вот это неожиданно было сейчас. Нихера себе. Жесткий пацан. Да иди ты нахуй со своей Гретой, блядь. Светом твоей жизни она была, ага-ага. Блядь, что-то его вообще это не дамажит. Блять, дурак что ли нахуй? Да, ну все, не убивай. Как тупо. Так, давай сразу. Бля, чё они мне пушку вот эту вот? Блин, это, вот это обидно очень. Ну, походу. Походу, он слишком был увлечен своей собакой.
Да, блядь, ты слышь! Ну, пиздец. А чё, уже можно? Блять, слышь ты, пёс. Да, блять, куда я от тебя должен прятаться-то, блять, алё? Я тебя... Да, костюм, блядь, твой может там хоть... Пробиваемый, непробиваемый, нахуй. Ты-то, блядь, сам... Здорово! Блядь, слышь? Чуть солиста ДДТ не угробили, блядь. Ты в порядке, Бласкович? Да все в порядке. Мне жаль насчет вашего друга. Спасибо. Как его звали? Уэсли. А что насчет девчонки? Она идет с нами. Я хотел спросить, как она? Спасена из депортационного конвоя в Ульбурге. Семьи нет. Я все, что у нее есть. Что такое? О, сидит один. О-о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 -
Ух ты. Записка Кеслера. Я никогда не забуду твои слова, Софи. Не верь властям, защищай права других людей. Сражайся за равенство для них. Будь добрым. И за это они убили тебя. Я завершу начатое тобой, любовь моя. Буду ли я когда-нибудь уверен в безопасности Аннет? Может и нет. Она говорит, что хочет найти свою подругу в Ульбурге. Когда-нибудь мне придется ее отпустить. Письмо. Письмо. А как это вот это вот двигать? А как? А. Окей. Друбен вехт эй калтед винт. Эр рутелет ан ден финстен. Вахрен дих хайр сицеун. Dear Dyson, Brief schreibe. Frage ich mich, was du wachl gerade to so tust. Ладно, давай по-человечески. Любовь моя. Mein Lieben. Оконные стекла дребезжат от порывов холодного ветра, что беснуются снаружи. Я сижу здесь, пишу письмо. Сама думаю, чем ты там занят? Готовишь репортаж, за которым охотился? Я знаю, тебе тошно работать журналистом под властью Рейха. Если тебе кажется, что это что единственный выход покинуть страну, я последую за тобой куда угодно. Может, в Англию? Кажется, у тебя там были друзья. Да я тоже по тебе скучаю. Я бы солгала, если бы сказал, что не лежу по ночам с открытыми глазами, думая о тебе. Порой просыпаюсь и краснею при воспоминании о лихорадочных снах, в которых ты мне являлся. Я сейчас краснею от одной только мысли об этом. Как мне хочется, чтобы ты сейчас оказался рядом, чтобы я могла коснуться тебя, ощутить тепло твоего тела.
Погода в Берлине немного холоднее, чем должна была быть в сентябре, в конце сентября. А город меняется. Каждый день я слышу за окном грохот их сапог. Подумать только, сколько больших бед из-за одного маленького человека. Мне страшно за нашу страну. Вчера мы с Анной решили сходить в кино. Когда сеанс закончился, и мы вышли на улицу, за нами увязалась группа ребят из Югенда. Или Югенда. Один из них, оказывается, читал мою колонку в газете. Он решил, что ему не нравится мой тон. Или я сама. Они нас преследовали, выкрикивали нам вслед всякие гадости. Но как они ни старались, им не удалось нас запугать. Мы не позволили себя запугать. Не волнуйся, любимые мои друзья меня оберегают. Рядом со мной всегда кто-то есть, кто-то, кому я могу доверять. Не могу дождаться, когда же ты вернешься домой. Со всей любовью, Софи. Да господи ж, боже мой, рецепт кому? Господину Людвигу Кеслеру. Адрес Кенигштрассе 12. Простите, как пройти на Кенигштрассе, блядь? Барбитал 1 миллиграмм при депрессии. Принимать согласно рецепту. Январь 1900... Дата январь 1946. Врач Бернард Хирш. Региональный номер 73629. Так сейчас какой год-то идет? 46-й, что ли? Что происходит-то? И это дата до. О, господи, сколько тут текста? Берлин, 4 апреля 1940-го. Трое анархистов, женщина и двое мужчин, студенты, члены местной террористической группировки, были вчера казнены через повешение. Все казненные были приговорены к смерти, поскольку распространяли на улицах Берлина опасные пропагандистские анархистские листовки, направленные против фюрера. Ядовитые идеи распространяются в некоторых кругах студенческого сообщества, и это грозит опасностью не только нации, но и тем мужчинам, которые ежедневно рискуют своими жизнями на фронте, сказал палач Эрнст Дитрих зрителям, собравшимся посмотреть на казнь. Такое поведение мы будем карать быстро и жестоко. Насколько ты знаешь немецкий? На 4 фразы и 7 песен. Ты не мерзнешь, дорогая? Ничего. Забирайтесь, Бласкович, нам пора. Покинуть уровень. Это была глава 4? Все, типа. 7 песен группы Рамштайн. Скорее всего. Мои вещи! Я поищу за ними кого-нибудь. Итак, куда мы направляемся, Кеслер? Вульфбург. Там будет Хельга и наша папка с документами. А что в Вульберге? Смерть, агент Пласт. Осень в небе там. Смерть. На коне, на осеннем параде. Честь вторая, мрачная тайна Хельги фон Шопс, как его там, блядь? Какой сегодня день? 17 марта. Воскресенье. День Пурима. Да. Я тебе говорю, он там напевает, смотри, какую-то песню. Я приготовил этот подарок для моей подруги здесь, в Ульбурге. По еврейской традиции дарит еду. Мне хотелось подарить ей нечто особенное. Что это? Кошка. Ее любимое животное. Не собирался отдать ее ей, но пришли и нации. Неужели там так много времени прошло? Чудес. Это город тайн. Город истории, которого... История которого это гибель и разрушение. А теперь Хельга сует палку в его сгнившие кишки. Бессердечным любопытством ребенка. Че на лицо? Что в сумке? Листовки. Моя жена раздавала такие листовки. В Берлине. Нацистские свиньи ее за это повесили. Какой ужас. Не бойся, Аннет. Господин Бласкович позаботится о тебе, когда меня не станет. Ты чё игру-то спойлеришь нам, ну?
Я сама все позабочусь. Чё, блядь? Глава 5. Урбур. Агент Бласкович, вам нужно найти агента второго. Я предупредил о вашем прибытии. Агент второй знает, где Хельга. Хорошо, срок смерти из-за дурацкой папки. Если не найдем ее, смертей будет еще больше. Мы с Анеттой прячемся здесь. Я украл этих свиней пару раций. Можете обращаться с ними. Возьмите и вылезайте из лодки, помогите мне затолкнуть ее под пристань. Есть. О. Пригнись, дорогая. А вам там норм? К северо-западу за таверной. Рядом со старой пекарней Шмидтов. Пароль тот же самый. Угу. Да серьезно, они там залезли вообще нормально. Так, лутать не перелутать. Ага. Ну у нас хотя бы здоровье более-менее полное. Так, план пристани. Чё это там? Броня. Броня. Чё это было? Ножи. Все? Или ещё чё-то? Ну окей, пойдём. Твою мать. Из огня да в полуме. Как цель? Нормально. Ай, бля, урод. Это не я. Это не я. А чё я? Ну куда? Следующий. Ну давай. Хорош. А чё, большие-то пойдут? Ой, тихо. На нахуй тебе хэдшот. И тебе тоже. Всем хэдшоты раздаю. Только попросите. Бля, где эта сука, которая вон там была? А! How you doing? Ах ты, бля, снайпер. Где он? Вы чё там, бля, багуетесь-то?
Но. В ногте, козел. Будешь знать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вылазь. Что-то какое-то увеличение магазина. Перки еще какие-то. Да они, блядь, прут и прут, прут и прут. Ты делать что ли нехуй? Хватит переть. Я же вас нахуй всех уничтожу. Вставай. Тебе. Ой-ой. Ой-ой-ой. Три патрона осталось. Да ладно. До свидания. Все. Где ты? На нахуй, немчура свинотская. Когда Dishonored? Не знаю. Должен знать. Ой, нормально. Сразу налутались. Куча всего, да? Вообще отлично. Э! Фашуга! Ах ты пес, а ну-ка иди сюда. Так, 70 шагов туда. Где он? Готов стелсить? С чего это я вдруг готов стелсить? Как бы Dishonored, если проходить, то на хорошую концовку и тогда не убивать никого. А я на это не соглашался изначально. Я буду убивать кого захочу. По-моему, я просто ушел из локации, нет? Только что. О, здорово, 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 здорово. Полежи, отдохни. И воровать. Да, само собой. Что это такое было-то? А, это у тебя. А, мы ушли оттуда, короче. Сигнал пропал, я сейчас только заметил. На, окей. Я не играл, не видел никогда Dishonored, поэтому я вообще ничего не могу сказать про эту игру. Я только слышал, что там, типа, разница в концовках, там, типа, никого не убивай. И тогда будет хорошая дави. Я вот это сломаю. Кто там? Где он? Он где-то вдалеке. На нахуй. Нет. 14-й район. По-моему, 12-й, нет? Чё говоришь, перебить как можно больше нацистов? Нет, я сказал... Не слышу, Кеслер. Жуткие помехи. Ну, походу, ему сказал это. Попытайтесь пройти незамеченным. Убить больше нацистов. Да-да-да. Я...
Власкович, Власкович. За это мы тебя и любим. Ух. Опять что-то лутай, не перелутай. О, вот это мне нужно. Что там было? Так, это хорошо. Опа. Ну, это у нас уже жопой жуй. Так, ножи. Каски. Что еще? Еще хилка. Картошка, что ли? А что, она жареная, что ли, у вас сразу? Чего у вас картошка такая странная? Как будто реально жареная уже. Воруй картошку. Как, бляха, прицел назад вернуть, я не пойму. То есть я подобрал к этому, к этой пушке прицел, но он почему-то сбоку висит. Подожди секунду, может это как-то решается? Сейчас. Сек. Попробую. Так. X. Нужно X нажать. Подожди. Секунду. На X нажать? Твою мать! Ой! Почему нигде не написано-то про это? Ага, на X. Угу. Ты ёпт. Картошки себе захотелось. Так, ну что-то они все прям далеко, далеко-далеко спрятались. Я до сих пор так бью. Нахер мне какие-то другие комбинации. Так, 48 метров и приближается. Блин, как мне пройти мимо вас незамеченным? Я не очень хочу с вами воевать. Блять, ты отвернешься, нет? Вернись. Ты, блять, серьезно? Ну, по-тихому получилось, да? Я застрял. А давайте вы меня убьете, потому что мне что-то это.
Нужен, сука, сигнал. Универсиада проходит. Что это еще, блядь, такое? Европейский музон. Чем нельзя? Эта игра в Европе происходит. Как бы. Так, тут туда пошел, этот сюда пошел. Меня не заметит. Я в домике. А, еврейский. Я не знаю. Да если заметят, они меня не заметят. Давай я как-нибудь постою просто. Сика. Блёха, чуть не упал. Ну где он? Нахуй, минус один. Минус второй. Прекрасно. Я доволен. Та-т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 а
Завали. Ой, ты, блядь, нарываешься. Куда ж ты, куда ж ты? Перезаряжай оба. Плевать. До свидания. Да давай, блядь, Марк один. Дохни. Ва, как ты заебал. Чё
Чё ты, блядь, переворачиваешь прицел-то, не пойму. У тебя какой-то фетиш? Боком повернулся, все пиздец? Да-да-да, давайте, укрепляйте свои позиции там на севере, на юге и т.д. Не надо. Дяня. Да слышь, блядь. Сколько в тебя надо стрелять? Ты заебал уже. Короче. До свидания. Так, роботы кончились. Так, тут можно пулемет взять. Зачем, только непонятно. Где вот он? Все, последний был или что? Больше никто вроде не орет. Так, ну окей. Ты откуда, блядь, вылез такой? Сексапильный, блядь. Так, что делаешь-то, блядь, зачем? Не надо, отстань. Ходячие танки, это Iron Man, начало. Все, вроде всех убил. Сейчас бы брончик какой-нибудь. Был бы неплохо. Ножи максимум. О, а где мы их убивали-то? Так, нет. Вот эту пушку не надо брать. Она говно. Ну, то есть она не говно. Ну, она мне сейчас вообще ни к чему. Чё там, где там? О, брончик. Да, ха-ха-ха, выкинь нахуй её. Пойдем. Да. Ты издеваешься. Окей. Куда идем дальше? Как там? Наверное, сюда? Куда-нибудь, нет? Ну, что-то оно подсвечено-то. Блин, в двери даже не походишь. Чё, куда меня предлагаете пойти, не пойму. Решетку же я зубами не прогрызу. А здесь никак не пройти. Типа надо назад, что ли, вернуться или что? Что-то вы, короче, в воду муете сейчас. Со своими этими туда-сюда. Так, вон, что это? Где это? Как это? Нихера даю. Хорош. Сюда? Возможно. Ты фашуга, блядь. Бля, хоть не пугай. Так, нашли. Нашли проход. Пошли дальше. Что-то какой-то закуток пустой. Как... О, ёпт! Ха-ха, мой Фой, здорово, друг. Дорогой мой полуголый, щедрый псих, ненавистник нацистов. Это про меня. Ты чё, бухаешь? Чё бухаешь-то? Очень даже добро. Может, он наконец очистит проклятый город от скверны. И вообще, пока у меня есть ты, все будет хорошо.
Хватит, блядь, валяться везде. Местный пьяница, открыта модель. Слоняется по главной площади под подоборной и бормочет что-то на тему, которая занимает в этот день его пьяный мозг. Буквально. Я вчера картинку видел, короче. Какая-то плитка, короче. Или не плитка, кирпичи, не помню. Короче, вот такой, знаешь, пакет гигантский. Гигантский пакет со стройматериалами, и фирма называется Зиггурат. Это что вы там строить собрались? Товарищи, блядь. Что вы там строите такое? А, еще один уровень. Не, я не пойду. Ну, это, блядь, понятно все. А вот и пекарня Шмидтов. Кеслер, я нашел дом агента второго. Слава богу. Свяжись со мной, как только папка будет у вас. Там можно доп. Уровень посмотреть. Ну, я не буду. Я могу зайти вам чисто на секунду показать. Ну, типа, давай. Это из оригинального Wolfenstein уровня, я так понимаю. Господи, этот звук. Че, блядь, патроны кончились, серьезно? Я надеюсь, это еда. Так, можно вывалить как-нибудь отсюда, потому что у меня патронов нет. У меня тупо патронов нет. Бля, откуда я пришел-то? Откуда-то оттуда, да? Не, просто зашел посмотреть. Уровни разные, действительно. Скорее всего, за прохождение дадут какую-нибудь ачивку, да? Не работает. А как покинуть уровень? Не понял. С меня убить, что ли, должны или что? Очевидно, что нет. Это не человеческая пища. О! Этот. Оберштандерфюрер, блядь! Да, сука, патронов нет. Вы это делали на движке Майнкрафта, что ли? Не пойму, что у вас тут, блядь, происходит. Ого. Вот, это я понимаю, длинный коридор. Тихо, блядь. Да я понимаю, что в оригинале все так было. Не, просто вот это вот. Крутишься, оно. Это сплайн. Сплайн, ну это 3D, блядь. Так растения делают периодически. Чтобы это ресурсы экономить. Берут, короче, текстуру. Вот так соединяют. Как бы с какой стороны ты не посмотришь, хотя тебе кажется, что объемно.
Но не здесь, блядь. Здесь это все необъемно. Даже... Ой, господи, опять это чудо-блюдо. Как, блядь, отсюда выйти? Пожалуйста, вот ебаните меня, здрасте. Я пробегу, мы не против. Интересно. Блядь, тут мы уже были. Алло! Здорово. Спасибо. Хм, удивительно. Ни одного секрета. О, собаки меня и убьют. Бля. Ключ? Какой нахуй ключ еще? Собаки, убейте меня, забирай. Я не планировал. Я думал, я зайду, посмотрю и выйду. Они мне не дали выйти. Скорее всего, надо было просто добежать. Назад. Так. Агент второй. Фиалки цветут с утра. Нарцисс сонет в свете луны. Откройте боковые ворота. Ключ под большим камнем. Залезай через окно подвала. Окей. Есть Венишенков Итан Картер. И там, будучи вот с таким вот графеном, вот как здесь, допустим, только еще лучше. Они умудрились сделать деревья, блядь, все вот так вот с этой, блядь, елочкой из текстур. И это смотрится настолько охуенно, что, блядь, не верится даже, что это сделано именно так. О, крыса опять. Черт возьми. Где твоя рубашка, красавчик? Пипа? Ты агент второй? Ну, теперь меня зовут Инга. Кто такая Пипа? Дай ногам отдохнуть. Чаю выпей с печеньем. Пипа. Пипа Шепард. То есть я недалеко ушел в первом Mass Effect. Бабушка Шепард, блядь, Пипа Шепард. Они родственницы, по-любому. Агент второй, кодовое имя ее. Была шестым ребенком в семье, ее мать эмигрировала из Германии и жила в Ист-Эндле в Лондоне. Яростный антинацизм Пипа и блестящее владение немецким языком сделали ее идеальной кандидаткой в агенты УСА. УСА? УСА? Как УСЫ? Она быстро заслужилась до лейтенанта, сейчас под прикрытием работы в Ольбурге медсестрой. Нормально. Свинка, блядь. Это кто такой? Это мертвый? Мертвый нацист? Слышь? Так, значит, вот тебя куда привели. Да, уже полгода. Не видел тебя с той вечеринки в Лондоне. Да, мы тогда отжигали. Уэсли еще пиво мне на буфера вылил, скотина неуклюжая. Я пытался спасти его, Пипа. Я знаю, солнце. Прости. Сейчас не время это размазывать сопли. Знаешь, я знаю. Мужичок у меня в постели, один из Хельгиных шестерок. До того, как он прилег спать, я развязал ему язык. Папку, которую ты ищешь в комнате Хельги. В таверне Вольберг. Так вот, она большая любительница вина. Перекиньте официантом, и подберешься к ней совсем близко.
Но только ради бога, сначала нацепи на себя что-нибудь. Рубашка, например, в сундуке. А можно я... А можно печеньку? Пожалуйста. Я печеньку хочу. Столько такой еще маленький, как, блядь, детский отец. Сейчас это... куколок накормлю. Мед твой голый торс не шибко возмущает, Биджай, но тебе лучше не выделяться. Слышь, Пипа, ты че, блядь, это? Стиль вообще не меняет, слышь. Ну, золотишко. Письмо Весли. А можно как-то... Бляха, тут, блядь, нельзя, короче. Пипи Шепард. Саксвилл Роу, 54, Лондон. Дорогая Пипа, пожалуйста, прими мои искренние извинения за пиво, не джентльменский поступок с моей стороны. Должен признать, что искупить свою вину могу неделю... Чтобы искупить свою вину, могу неделю стирать твое белье. Или, может быть, пригласить тебя на ужин? Могу и то, и другое. Когда со всей этой войной будет покончено. Может быть, тогда. Всегда твой Уэсли. Тут пристало, да, и текст почитать. Лишь бы меня одеться, не смотреть и не смущаться. Записки Пипы. 11 марта 1946-го ночью сходила посмотреть на место раскопок за развалины старой церкви. Место называют ее Оскверненной. Наткнулась на пару охранников, патрулирующих периметр. Спасибо, мамочка, что заставлял меня говорить по-немецки дома. Прикинулась пьяной дурочкой, когда один из них ко мне подошел. Правильно сделал. Они меня отпустили. Офицер на меня так и пялился. Сказал, что вхож в круг Хельги. Надо будет снова его разыскать. Пригласил домой вытрясти всю правду. Нацистская шавка. Нацисты расширяют охват раскопок. Не боятся тревожить покой мертвых. Выворачивают надгробия. Откапывают гробы и задействовали робот-погрузчик, чтобы прорыть новый тоннель в северной части кладбища. Что они ищут? Что там такого важного? Гражданские боятся протестовать против такого святотатства. Или они совсем не согласны? Или не совсем согласны? Вряд ли это когда-нибудь узнаем. Да. Лазер. Немножко доктора зло. Лазер. О, ковер. Где сундук-то твой? Надеюсь, не нацистские вещи. Оставь пушки здесь, официанты оружие не носят. Я их сохраню для тебя. Ёбаный нацист. Люди как бараны идут за ними. Может, ты и по делам им? Ёбай пушек. Целый сундук, блядь. Петли проживели. Иди помоги сюда, Бласка. Бласка? Давай. Тебе придется проплыть 10,5 метров в туннеле, и он приведет тебя в колодец на заднем дворе твоей верной. Возвращайся, когда добудешь папку Хемги. И смотри, нахуй не утони мне тут, засранец ты хуй. Надеюсь, и петли не заживеет до моего возвращения. Ну, она так сказала, я не виноват. Сука, как мне нравится то, что он... То есть он, знаешь, он в официанта оделся, оружие оставил. Ну, сука, трубу. Трубу хуй кому отдам. Труба вообще спасает. Труба вообще... Это лучшее оружие в этой игре. Вот и лучше её ничего нет. Всё, труба топич. Не может он без неё, блядь. Ну, серьёзно, труба и нож, по-моему, да? Нож же, да? Второй. Труба и нож, всё. Что? Как это работает?
Почему именно с трубой в бар, в пивнушку можно? Пришел такой, да, с трубой сейчас. Незаметно за спиной носит трубу официант. Отлично. Давайте перерыв сделаем пару минут. Сейчас я вернусь и продолжим.